таблицу вписать или нет? А, ну, победы, проигрыши, да, впишем тех игроков. Да не, почему? Все по полной. Так, ну что, давайте я пойду, скажем, налево. А, я пойду направо, а кадет попробуешь на заводе. Вот завод, видишь, да, на картинке? Да, да, да. Смотри, тебе там в основном танки тебе не нужны будут. Если ты будешь танк, они будут тебе пытаться... Фланговые игроки будут тебе танки выбивать, ты это даже можешь не увидеть. Угу. Как бы визоры твоих танков будут смотреть прямо, и они сбоку тебя. Тебе главное бери пехоту, АГС и минометы. Даже хорошо. Два миномета где-то поставишь подальше, да, чтобы доставали всю территорию завода, покрывали. Ну и за ней чуть-чуть там, на подходе. В принципе, тебе этого хватит. Просто пехоту подводи там, кооперируй ее с нашей пехотой, чтобы с флангов и центр как бы было закрыто, чтобы они там не пролезали. Хорошо. Так, ты налево, да, Тимош? Да, я налево пойду. Я направо. Что, нужно будет плавучая техника, что ли? Не-не-не, ты проедешь там. Вот здесь проедешь, я тебе метку дам. Ладно. Видишь, да, там брод такой? Да, вижу. РПГшники с самого начала недоступны, что ли, Дим? Какие? Обычные, которые с 29-ми. Это может какие-то БЗРКшники взял? Взял. Снайперов взял. Вот они. Ясно. Ну пусть так. Да, там уже... Высадка или... Кстати, завод этот, ну, второй там нет. Я мог, но я не хочу. Все-таки скоростные струни при наравнении повесили. Большое. Прикройте меня! Ну, жду задания. Жду задания. Когда как тут там удар? Да, прикольно.
четвертый, перенести огонь на новую цель. Жду задания. Да, закрой. Блин. Двигайте, попадаю. Задание. Я сейчас вот эту точку. Я один выбил, еще один тут есть, приехал ко мне сейчас выбивать. Что там танк, да? Сейчас я танком помогу, погоди. Ну я же, ребят, ну я спрашивал, центр не приедет никто? Да все уже, все спокойно. Так все, конечно. А, спасибо. Он мне сжёг и всё, теперь. Уходи, там еще в центре Мардер. Угу. Ломиками можешь через здание стрелять. Пролетает. Справа заходит леопард. Нормально, как леопард пострелял. Да, я не знаю, ребят, пожалуйста, чтобы ко мне с фланга не проезжали хотя бы. Дальше дал бать леопард. Саня, прикрой, вон еще справа есть! Это потому, что у меня система отвода птеров есть, так что не понял. Кого? Я у Пумы. А я этому на центре там пытаюсь долбить. Исполнено!
А вот мой попал. И опять мне пушка поломала. Задолбал. Жду задания. Взвод к бою! Жду задания. Да, командир. Слушаю, командир. Второй, четвертый. Перенести огонь на новую цель. Слушаю, командир. Че дергаете-то, а? Слушаю, командир. Я стоял в руке. Жду задания. Духи, духи! Взял и упал, сука. Жду задания. Добрый вечер. Привет. Жду задания. Поиграйте уже. Поечку. Что там центр получится отхватить, нет? Да-да-да, сейчас. Танки есть где-то, да? По правому борту! Я его рукокошу.
локацию можно, но не сейчас. Держать направление! Жду задания. Жду задания. Зарядить осколочный! Я сейчас бэху третью возьму, вот будет интересно. Вот так вот, дух! Все для вас. Жду задания. Взвод к бою! Слушаю, командир. Вот так вот. Фу. Так, прикройте меня! А, кадет, ты вот здесь высаживай уже пехоту, не надо туда. Да, высаживаю. Он тебя выбьет, 5 очков не осталось. Вот так вот, дух. Блин, ну ребят, ну постоянно под... Вот это же ДН едет. Ну я так... Я так... Пожалуйста, не стой. Я сейчас пехотку вам постреляю туда, а вот... Давай. Дергайся, да? А, кадет, попробуй здесь пехоту раскидать отряд по кустам, здесь в дырочке, в ямочке. Да, понял, сейчас. Там просто к зданию с другой стороны поджались, я не могу флаг забрать. Жду за... Да, это понятно. Сначала скопи войска и другими уже пробуй наступать. Вот здесь войска оставь и войска оставь вот здесь. Индешевые, чтоб были. Их никуда хорошо. Не трать. Покружили как-то. Зайди осколочный! Прикройте меня! Жду задания. Жду задания. Так, я сейчас танчиком помогу.
Взвод к бою! Помогу. Ладно, ладно, я вызвал тебе. Хотите, я могу сейчас остановиться на том, что есть, и накопить на арту, и помочь артой. Да не, бессмысленно. Ну, а что все разводится? Не. На акацию, нет, на акацию. Только на акацию. А, акации? Ну а да, нет. Попробуй. Да. Если ты морпехами играешь, попробуй. Я морпехами. Правда, у меня тут танки, метис еще купил. Блин, это просто атас какой-то. Жду задания. Слушаю, командир. Взял и упал. Вот так вот, дух. Слушаю, командир. Вот так вот, дух. Жду задания. Так, мы сейчас держим, еще по-хорошему пару точек отжать будем. Вот так вот. Выполняй. Саня, прикрой, вон еще справа есть. У них там спайки уже начинают появляться. Поэтому... Угу. Да, 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 начинают. У них орда, что ли, появилась? Нет, у них спайки. А что-то он там разорвался, какой-то с козырки позыхал. Ну, парашютик. СПБшки. Парашютики? Ну, как будто. Ну, такой же. Нет, нет, это не парашютики были, это... как его? Спайк, наверное, взорвался. Да. Ребят, копим очки, не тратьте зазря. А кадет вот этих, да, знаешь, куда можешь отправить? Да, отправь да, их сюда, по кустам, если есть возможность. Пуму. Сюда можешь тур поставить, кусты какой-нибудь, метя, у тебя там корт, ну корт надо переставить. Корт сюда. Угу. Вот экзактор. Нам работать. Центр. Сейчас укажу. Тут. Вот. А, не, покой идет у меня. Угу.
Точно скорее стрелять человек лучше. На БМП-3? То есть, то есть. Корнет! Не жалуемся. Так, сейчас я немножечко остановлю себя. А пусковую ПТР можно восстановить, нет? Попробуй, ты монтируй, получится. Так, что там? Как все так было? Можешь не спрыгнуть. Подожди, нет, там, о, куча пехоты. Надо пуму убирать. Смотри, у меня тут уже куча пехоты. Я по технике не работаю, я самоходка. Акации уже нет? Акации уже нет, конечно. Слушай, на акации пока обычно всегда сколько появится. Корму, корму ему. Да, я уже взял, у меня пушка сломана. Ладно, добьем так. Вот это мешает. Жду задания. У него еще быстро работает, что ли? Вот так вот, дух! Еще для вас. Я сейчас чуть-чуть перебью, а это нормально то, что у меня Тоу навелся на свой же леопард? Да. Он маркером попался. Если ты специально в него случайно... Нет, я стрелял в БМП вторую на центре, а у меня ракета на лёпке навелась. Она вряд ли просто погибла. Нет, у лёпки именно запищала система и прямо... Слушай, у меня такое было. Ну что, лёпенько? Жду задания. Так. Белёк-то. Бегач. Я уже вижу, как он не мешает. Мне надо как-то Леклерк выманить, матником. Оп, Леклерк. Да не, вот здесь Леклерк. Они еще технику на центр прислали. Я тебе сейчас помогу. Спасибо. Леклерк меня выбили.
Так. Так, 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 так. Жду задания. Жду задания. Еще один должен быть. Вон он. Да, еще один, но у меня труп нету. У этого пушка сломана. Как не сломана? Опа! Ну что, надо на центр танчик, да? А я же автомату возьму. Понял. Жду задание. Смотрите, у меня светак сидит здесь и светит их. А вон спайк, кстати, вот здесь спайк. Тимаш, достанешь? Не, да чем? Акации. Акации? Ну. Акация давно мертва. Там проехал леопард и ее убил. Ну, пехота выгружает. 7 минут еще одна будет, но это пока... Пока держимся. Я думаю, что мы сейчас быстро... Нет, они держались неплохо. Они пока залегли. Хотя мы еще не выиграли. Так, Тимош, тебя пошел спать с пумой. Понял. Он отвелся, твоя ракета отвелась. Мадам. Ага. Она еще и леопард прикрывает своими этой системой. Нет больше пумы. По идее, может, тройка. Нет, еще таймер не подошел. До 15 минут. Нет, Димка. Еще 5 минут. Вот к бою! Топ-даун, конечно, танк. Это не очень. Взять армату тогда. Им надо было подождать меня давить, я не знаю, что они... Так, все. Ну, нормально.